Разучить тхэквондо на пенсии вполне реально. Активно и позитивно проводят осень в Центре обслуживания граждан пожилого возраста. Здесь открыты занятия оздоровительной гимнастикой и тхэквондо. Пока девушки пенсионного возраста осваивают азы, растяжку и ОФП. Но в перспективе смогут и приемами самообороны овладеть, обещает тренер. Занятия проходят в рамках реализации программы «Активное долголетие». Нам, главное, нравится тренер наш. Он знает наши особенности, наши болячки. И тем не менее, да, он старается так, чтобы нам это все было не в тягость, а только для здоровья. Губернаторская программа помогает пожилым людям поддерживать активный образ жизни и заботиться о здоровье. Благодаря ей с июня этого года пенсионеры региона могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции. И если на первых порах немного тяжело, то впоследствии это окупится. Укрепятся позвоночник, суставы, улучшится сон. Что такая легкость, суставы хорошо работать начинают, хотя мы занимаемся совсем мало, но результат уже налицо. Так что я думаю, дальше будет, ну, о борьбе, конечно, не идет речь. Да, пока цель-то у нас. Мы не готовы, да, нам надо именно вот оздоровиться, вообще вести активный образ жизни, невзирая на возраст. Слова «не могу» нету для меня. Человек любой может все сделать при подводящем упражнении. На первом это в основном растяжка и укрепление мышц. Вам прям даже не тяжело? Нет, нет, где-то стараюсь, но в принципе не через себя, не через усилия. Понимаете? Да, не через боль, через усилия. В Воскресенском центре социального обслуживания пенсионеров для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет доступно бесплатное посещение таких кружков и секций, как дыхательная гимнастика, йога, компьютерная грамотность, пение, бассейн, скандинавская ходьба, танцы, творчество, туристические поездки по Подмосковью, физическая культура. Ну, тут пенсионеры, не только мы, пенсионеры в основном находятся в составе университета третьего поколения. Спасибо, что здесь соцзащита это организовала. Очень активный образ жизни, хождение скандинавских палуб, бассейн, различные, не только спортивные, но и творческие различные мероприятия. Поддержание активного образа жизни людей старшего поколения, улучшение их психоэмоционального состояния, укрепление здоровья – вот цели проекта. Программа была разработана для увеличения средней продолжительности жизни до 37 лет к 2024 году. Подробное расписание занятий всех секций размещено на сайте Воскресенского центра социального обслуживания vos-cso.ru в разделе «Календарь мероприятий» и в мобильном приложении «Мобильный центр социальных услуг». Татьяна Колганова, Олег Красноухов, новости «Искра Вект».